Всем привет! Сегодня я покажу, как сделать вот такие вот розочки из помирана. Меня уже долго просят их сделать. Вот такие вот розочки. Сегодня я покажу. Можно делать разного цвета. Здесь я сделала комбинированные с бусинками. Здесь просто черная розочка. Тоже, в принципе, очень красиво смотрится. Сегодня мы сделаем с вами белую розочку. Для этого нам понадобится белый помиран, шпильки, зубочистка, линейка, ножницы, термоклей и можно бусинки, если вы хотите украсить шпильки. Итак, сначала мы должны вырезать наши заготовки. Заготовка у нас длина 2 см, ширина 1 см и 5 мм. Сначала мы вырезаем прямоугольничек и потом просто закругляем наши края. Давайте я вам один покажу, как это делать. Сначала мы вырезаем прямоугольник, длина 2 см. Ширина 1 см и 5 мм. Затем мы вырезаем прямоугольничек. Конечно, сразу лучше вырезать линию и потом уже отмерять, чтобы не по одной вырезать. И закругляем наши уголки. И вот такая вот формочка у нас получается. Ничего сложного. Все. И вообще на одну шпильку уходит по-разному лепестков, потому что размер мы задаем сами. Итак, я сделаю сегодня среднюю примерно вот такую вот розочку, и для этого нам понадобится всего 15 лепестков. Так, у меня все готово, я включаю клей, чтобы он нагрелся, и сейчас будем начинать. Клей у меня нагрелся, будем приступать. Нам понадобится одна шпилька. Так, беру один лепесток. Теперь вдоль нижней линии я выдавливаю клей. И приклеиваю вот так сначала шпильку и затем просто закрываю лепестки шпилькой. Это делается для того, можно делать и отдельно цветочек, потом его прикреплять на шпильку, но так он будет держаться гораздо прочнее и он не оторвется. И теперь уже наверх мы будем продолжать клеить наши лепестки. Все у нас заклеился, так это выглядит. Бусинку я обычно клею в самом конце. И дальше также мы клей постоянно в таком же порядке вдоль нижней линии наносим. Теперь смотрите, где у нас шов, я его поворачиваю вниз и опять лепесточки закрываю. Теперь мы прижимаем и смотрите, лепесток я немножечко отвожу, то есть чтобы он не был прям приклеен, а немножечко, чтобы уже объем. И в таком же порядке мы продолжаем. Следующий лепесток. Вообще шпильки делать несложно. Смотрите, теперь обратно я делаю. Третий лепесток вот так. Эти шпильки обычно заказывают на прическе. Можно делать разного цвета из фоамирана, какого вам только нравится. Можно, ну, яркие, какие только нравятся. Вообще в прическе часто делают комбинации из белых и черных шпилек. И также очень сейчас модно вот такие комбинированные. Это очень красиво смотрится. Мне тоже очень нравится. Так, и мы продолжаем. Теперь также мы берем четвертый лепесток. Но уже я клею лепесток сбоку. То есть уже на этот шов. И тоже вот так, смотрите, лепесток чуть-чуть отвожу кончик. А здесь все у нас хорошо приклеено. Теперь с этого боку и приклеиваем. Клей лишний убираем. Так мы продолжаем клеить. В конце главное, чтобы у нас была красивая форма. Поэтому не обязательно прям клеить вот по схеме. Нет, главное, чтобы была форма красивая. То есть закруглённо, нигде ничего не торчало. Сейчас мы этого добьемся с вами. Так. Вот так мы делаем. Смотрите, уже получается так вот. И дальше продолжаем. Уже если есть основа, то я просто клею по кругу лепестки. Но старайтесь, чтобы вот лепестки не были прям друг на друга, то есть вот так. Этого не надо делать. Лучше, чтобы они были в шахматном порядке.
Можно не прям так в идеале шахматку, но хотя бы как не за друг дружкой. Тогда у вас цветочек быстро раскроется и будет красивым. Вообще, мне нравится, когда лепестков не очень много, но и делается, когда сразу форму уже мы придаем, то это смотрится воздушно и красиво, нежели когда мы прям друг на дружку эти лепестки все клеим, 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 получается такая прям плотная розочка. Ну, в принципе, это красиво, только когда это другую, ну, вот взять другую технику или еще что-нибудь. А вот такие розочки мне нравится вот такие делать. Но у всех вкус разный. И продолжаем. Лепестки не забывайте вот так вот раскрывать. Если вы видите, что уже лепесток лишний, либо наоборот его не хватает, то, соответственно, его нужно либо убрать, либо добавить. Не нужно никогда его пихать, лишь бы его сделать куда-нибудь нет. Главное, чтобы у нас было красиво. Смотрите, видите? Уже я вижу, что вот эти лепесточки у нас пойдут внешние. То есть внешние, которые я буду загинать нашим горячим клеем, горячим пистолетом. Так. Сюда. Смотрите, я думаю, что в принципе уже достаточно, потому что смотрите, какая красивая форма, мне очень нравится. И на эту розочку у нас ушло 13 лепестков. В принципе, думаю, достаточно, не буду больше делать, потому что смотрите, форма очень красивая. Итак, теперь внешние лепестки я загинаю горячим клеем, горячим нашим пистолетом. Смотри, просто подносим, смотрите, и вот он так загинается. Очень красиво. Если вы делаете это простым клеем и нет такого пистолета, то можно это сделать с помощью утюга. Но будьте осторожны, чтобы не обжечь пальцы. В принципе, можно аккуратненько приложить, и будет эффект тот же самый, только очень аккуратно. Итак, так я сделала. Смотрите, можно лепесточек немножечко подтянуть слегка, если что-то не устраивает. И вот такая розочка у нас получается. Теперь я ее украшу одной бусинкой, такой беленькой. Просто в серединку каплю клея наносим и бусинку немножечко внутрь. Все, наша красота готова. Смотрите, очень красиво делать вот такую комбинацию с белой и черной. Если вы хотите сделать вот такие шпилечки, просто то же самое все делаем, только лепестки мы комбинируем. То есть черный, белый, вот так. Смотрите, еще одна такая... Такой секрет. Так, смотрите, видите, у нас донышко. В принципе, его можно не закрывать, это ничего страшного. Но если вдруг вы делаете на подарок или еще что-нибудь, ну и вообще даже себе, будет лучше, если мы закроем эту серединку. Итак, что мы для этого делаем? Мы вырезаем квадратик. Так, примерно, давайте 1,5 сантиметр на 1,5. Ну, небольшой такой квадратик. Можно этот квадратик, так, сейчас мы его складем, и можно вырезать не простыми ножичками кружочек, а фигурными. Давайте сейчас я вырежу простыми. Вот так просто обрезаем краешки. И сейчас я его подровняю здесь, кончики, чтобы был идеально ровный. Теперь мы... Чуть больше серединки делаем надрез. Смотрите, здесь я делала вот эту заготовку фигурными ножничками. Может быть, вам видно, на черном не очень хорошо видно. Но здесь фигурная вот такая заготовочка. Видите? Тоже очень красиво. Так, мы сделаем с вами прямую. Смотрите, как это делается. Мы наносим клей на цветочек, вот так, на донышко. И нашу заготовочку просто вот так продеваем. Одну часть приклеиваем, и затем вторую мы как будто наклеиваем на предыдущую. На кончик можно еще нанести клей, чтобы хорошенько это приклеить.
смотрите, вот так у нас донышко закрылось. Лишний клей сейчас уберу. Смотрите, выглядит гораздо красивее. Если сделать еще фигурными ножничками, то будет, может быть, даже еще лучше. Но, в принципе, вот это вот мне нравится, потому что очень гладко и красиво. Смотрите, такая розочка у нас получилась. Если вам понравилась такая розочка, ставьте лайк. И подписывайтесь на мой канал, если еще не подписались. Всем до новых встреч и делайте такую красоту себе и своим близким. Всем пока-пока!